На постановлении Ленинского районного суда города Екатеринбурга 24 октября 2016 года, в котором в отношении Бьянкова Алексея Валерьевича изменена мера пресечения с домашнего ареста на денежный залог в размере 2 миллионов рублей. Постановление Ленинского районного суда города Екатеринбурга 24 октября 2016 года в отношении обвиняемого Бьянкова Алексея Валерьевича ставить без изменения, апелляционное представление прокурора без удовлетворения. Алексей Валерьевич, немножко пару слов можно сказать? Можно, можно попозже. А через сколько сориентируете? Мы отдельно просто попросим, соберемся и ответим на все вопросы. Можно, вы на этот залог заплатили уже? Уже все вступило в закон.